как понимать? Посетитель караоке-бара «Краб» в Щелке на Крыму попросил диджея поставить песню «Дикое поле» рэпера Ермака. Это как вообще понимать? Диджей ее поставил, а эта песня посвящена полку Азов. Диджей получил 10 суток? Сидеть, сволочь, должен 5 лет в тюрьме. Тот, кто попросил, сидеть 5 лет в тюрьме. Всю бандеровскую нацистскую сволочь. Караоке-бар «Краб» сжечь. По крайней мере, юридически. Уничтожить. Владельцев разорить.